Хорошо, унтер-офицер. Я буду при смене караула. Иду через 10 минут. Ефрейтор Кёпке готов выступать. Тогда пошли. Куда идти, герр Оберштурмфюрер? Я вас уведу сзади. Так незаметней. Сзади? Там нет выхода. То есть, как Кёпке. Вы же знаете, Кёпке, мы встроили архив в старый заброшенный рудник. Этот второй выход служит для быстрого и незаметного перемещения архива. Куда он ведет? Снаружу. Через полузасыпанные штольни. Я там пройду? Конечно, иди. Я открою дверь. Не забудьте письмо, герр Оберштурмфюрер. Не волнуйся, Кёпке. Я не виноват, что тебя перевели. Удачи, парень. Всего хорошего, герр Вайзель.